Ребят, мы сделали перевоплощение. Ой, а я не поняла. Не поняла. Мне не сразу дошло, где что. Где кто. Как вам перевоплощение? Мы еще одного роста вообще, близнецы. Вообще не было понятно, кто есть кто. Иван, вы можете что-нибудь сказать? Дайте, пожалуйста, комментарий, Иван. Блин, Даша, ну мне кажется, реально ты вообще другой человек стала. Я, конечно, ты тоже. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня... Привитули десцюли. Смотрите, с кем я снимаю совместное видео. И нет, речь не про кота. Это пафосная кица, ради которой я просто приехала. Даша, извини, пожалуйста. Говорят, что эта кица никому не подходит, но ко мне она подходит, потому что у меня есть запах моего бенгальского кота. Она лижется. Она лижется. Сегодня Даша станет мной. Наконец-то. Она просто увидела мою майку, в которой я сегодня гуляла 2 часа. Там, кстати, очень жарко. И она такая, пожалуйста, дай мне эту майку, мне она очень нужна. Сегодня мы с Дашей, во-первых, наконец-то встретились. Мы очень давно хотели это сделать. А во-вторых, наконец-то записываем настоящий коллаб. Где будем друг другу перевоплощаться. Я буду делать из Даши себя. Не знаю, зачем ты на это подписалась. Даша будет делать из меня себя. Я запуталась уже в этих словах. Пока Даша сидит и вскрывается, я хочу вам сказать, что помните, недавно я делала видео, где я делала наращивание ногтей впервые. Потому что я насмотрелась твоего контента, и я решила, что мне тоже надо. Вдохновляю девочек маленьких, и не только. И я в этом видео говорила, что пишите, пожалуйста, Даша Граф комментарии о том, что она должна сделать мне маникюр. И что мы будем делать на ее канале? Даша будет делать мне маникюр. Потом посоветовали бы. Да. Пока кот продолжает лизаться лежа на моем парике, это ничего страшного. Может, это даже не мой парик, я не уверена. Давайте еще раз на него посмотрим, потому что слишком милое животное. Сейчас я буду перевоплощать Дашу в себя. Я уже выбрала макияж, который я буду ей делать. Один из моих самых популярных на сегодняшний день макияжей. И смотрите, короче, что я буду использовать. Ура! Я взяла у Даши косметику. Сейчас мы будем ее красить. Кстати, у меня же точно такая же штука. Она из Фикспрайса, это самая удобная. Да, она реально классная. У тебя, конечно, хвост, но без этого никуда. Почему я посередине? Кажется, я уже имею какие-то проблемы, делаю что-то не так. Когда Лиза хотела сделать красивую прическу. Спустя просто кучу выдранных волос, мы поняли, что у нас совершенно разная структура, и да, Даша уже сатана. Dark. Тон. Вы знаете, это очень странно красить другого человека, мне очень непривычно. Ну, я на днях Сашу писку красила, поэтому... которая пытается меня накрасить. Подожди, ну ладно, с тобой я справляюсь, и с тобой должна справиться. Как минимум, я тебе яйцом по лицу потыкаю, нормально будет. Кстати, знаешь, вот у каждого человека свой запах, и вот у тебя запах, как у моей подружки с дачи. Воняю, что ли? Нет, ну типа просто особенный. Смотрите просто на этот тон. Даша уже, мне кажется, похожа чем-то на меня. Как минимум взглядом желающим убивать. Потому что прога были, точно похожи. Теперь мы будем с тобой делать консилер. Так, ну я буду делать, как делала обычно себе, по моей же схеме. На, растушевывай. А следующий этап... Я тебя поцарапала. А я не заметила. А, да, реально поцарапала. Ну, я тебе волосы вырвала, ты меня поцарапала. Это называется пассивная агрессия. Бейли Джин насрал в кувшин. Ау! Бейли Джин насрал в кувшин. Теперь, конечно же, мы тебе будем делать контуринг, как я его обычно делаю. Обычно, когда люди видят, как я делаю контуринг, они обычно в шоке. Но надеюсь, что ты, наверное, не должна быть. Я сужаю лицо здесь. И никогда не делаю скулы. Смотри, смотри. Оп. Профессионально. Дальше смотрите, что тут есть у Даши. Это такая же палетка, как у меня, поэтому будет очень просто тебя накрасить. Мне Лиза палеткой подарила. Ну зачем ты им рассказала? Блин, мне нравится твое веко, оно такое не как у меня. Самое идеальное веко для визажиста. Я в деревушке тихо раньше жила, и как эта принцесса стать смогла, столько нужно мне узнать, так с чего начать. Мы вот с Данилой, когда, знаешь, нет, я обычно смотрю это видео, и Данила там слышит, как я смотрю за ролик. У тебя все время такие перебивки смешные с музыкой. Дурацкие, да? Да. No, 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 no. Ah! What the fuck? For fuck's sake! Fucking come on! No, no, no! Don't fucking jump at me! Сейчас накрашу быстро Даши второй глаз, и мы будем делать стрелки. Если сейчас он застрелся, ребят, я не виноват, я не виноват. Я сама-то себе стрелки еле научилась делать. Смотрите, что я уже сделала с Дашей. Даша, прекрати делать себя сатану. Наруто! Саски, клан Учи!
чиха. Сделай Саняшку. Ого, просто. Я не знаю, мне кажется, ей очень идет этот макияж. Пока у меня есть пару минут отдохнуть, я решила поиграть в одну MMORPG, Dragon Raja. Кстати, я вам рассказывала о ней в прошлом видео, где я еще делала под нее закос, точнее, под персонажа из этой игры. Тут просто потрясающая графика, большой открытый мир, локализация, уникальные настройки, а главное, здесь вы можете быть абсолютно кем угодно. Я действительно рекомендую вам скачать эту игру просто потому, что, ну, посмотрите на это же чудесно. Кликайте обязательно по ссылочке в описании в этом видео и получите долгожданный глоток свободы. И получайте награды. Блин, мне просто страшно делать стрелки, поэтому пытаюсь тянуть время. Да, я боюсь делать эти стрелки. Это я. Просто момент истины. Блин, а получается даже. А смотри вот сюда. Да. Ну, уже отлично. Сейчас я буду тебе еще ресницы рисовать. Я надеюсь, оно не будет уже выглядеть так по-разному вместе с этими нижними ресницами, но мне уже стрёмно, блин. Я в тебя верю, у тебя стрелка получилась однозначно хорошо. Все. Одна. Одна. Собака писала. Даш, можешь что-нибудь сказать, пожалуйста, в мое оправдание? Я хочу сказать, что определенно эта сторона у тебя получается лучше почему-то, неизвестно почему. Скажите, она насколько стала милой до 10 и насколько на меня похожей? Чем тебе ресницы забавно? У меня глаза прям очень огромные стали. Это страшно. Реально. Я представляю. Блин, лишь бы ты не ткнула. Я постараюсь. Вообще очень страшно, реально. Ну, скажите, что я сошла с ума, но мне кажется, что это реально чем-то похоже. Да. Ну, прям реально чем-то похоже. Сейчас мы тебе сделаем последний элемент, это румяна забацаем. И прям вот сюда вот. И прям вот сюда вот. Такая будешь девочка кавай, но с рожками. Ня. Ты пользуешься красной помадой? Надеюсь, ты руки мыла? Мыла. Да, она должна неровно лежать и только быть в центре. Так обычно я крашусь. Ну все, просто, это ли не Лиса? Ах, да, меня, кстати, Лиса забудет. А если не подписан канал, то подписывайтесь. Тык. Капец, Даш, ты просто клоун. Я другая, да, стала? Реально другая. Ну, ты похожа на аниме. А парик будет? Будет, конечно. Иван, вы можете что-нибудь сказать? Дайте, пожалуйста, комментарий, Иван. Иван? А можно, пожалуйста, комментарий? Нет, нельзя? Ну ладно. Пожалуйста, сделай из меня себя теперь. Ладно, ребят, днем хрустящий кукурузки. Все, сейчас Даша будет красить меня. И я не знаю, напишите потом, пожалуйста, в комментарии, стали ли мы друг на другом похожими. Потому что я сломалась, потому что я реально смотрю на Дашу, и все смотрят на Дашу, такие, что такое Даша? А я такая, а что такое происходит? Это что, Даша? Так, я наношу базу, конечно, Лиса не наносит. Это странно. Это важно очень, благодаря ей очень хорошо держится тон. Мы наденем тебе вот это. А тебя кто-нибудь красит без визажиста? Бывает, но они так плохо меня красят, что я бешусь. Я вот сейчас тебе сделаю стрелку, полосочки, знаешь, такие. Так, теперь нужно, чтобы подсушилась. Смотришь на меня как бич. Я уже готовлюсь, я вхожу во вкус. Просто спрячь это все под новой шпаклевкой. Да, я стараюсь. Я вообще обычно наношу, получается, консилер под глаза. Ну, еще немного вот сюда. У тебя такая идеальная форма лица, я прям в шоке. Ну, у тебя такая утонченная. Сказала Даша, которая просто сейчас выглядит как моя копия. Так, теперь я закрепляю все прозрачной пудрой. Я очень люблю хайлайтер. Это мне так очень важно. Я сейчас тебе сделала такой хайлайтер, ты будешь... Ладно, отыгрывайся на меня полностью. Нанесем, получается, такой более золотистый. Ну ты прям нереальная, слушай. Мне нравится, что меня красит демон. Это так, так приятно. И написано Люцифер. Одобряю. Да? Где? Вот, Люцифер. Нифига ты. Это у меня очень старая футболка. Мне как-то магазин... Готический прислала, мне раньше нравилось такое. Блин, прикольно, эта кисточка прям форма твоего носа. Просто приложила все. Да, вот так. Реально? Она же даже по длине, да? Ну слушай, прикольно. Теперь мы... А мне нравится. Это так необычно, я обычно так много хайлайтера не кладу, но мне прям нравится, как это будет. Ну вот ты подумай. Подожди, мы еще не закончили с хайлайтером. Я еще сейчас в последнее время начала носить блесточки вот здесь вот и на нос. И это выглядит очень свежо, опять же скажу.
Вот, это еще сильнее подсвечивает хайлайтер. Смотри как. Может, Я раньше не знала, что сюда можно вообще наносить что-нибудь такое, а оказывается, вот, ну, прикольнее подсвечивается. Это Канакакала Фея Блум. А думаю, это было. Собака села и заплакала. Сейчас будет рискованная жесть, потому что мне будут рисовать стрелки. Итак, да, сейчас нужно рисовать стрелки. Я обычно рисую самые разные, но стараюсь сделать жесткие прям, чтобы были. Так, теперь закрывай. Нарисовала мне какие-то идеальные стрелки, которые вообще просто, если никогда не рисовала, это выглядит так странно. Напишите, что вы думаете, по-моему, это вообще жесть круто. Теперь мы делаем неоновую подводку сверху стрелки. Подождем, когда подсохнет. Мне очень нравится сочетание черного и оранжевого, так что прям угадала. В последнее время это мое любимое сочетание, я прям дико кайфую. Вообще, блин. Охрененно, просто кайф. Ну вот что это, если не кайф? Лица с новым макияжем. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Красим ресницы. Слушай, круто. Слушай, круто. Урыл. Вообще. Ой, боже мой. Почему она так хорошо меня накрасила? Давайте ее к себе перевезем, пусть меня красит. Так, давай теперь сделаем. Подожди, сначала брови. У тебя, конечно, брови хорошо лежат. Обычно я брови сначала начесываю гелем. Бич. Так, я обычно пользуюсь помадкой вот такой вот эстрады, ее все уже знаю. У тебя нет, наверное. Ну, твои подписчики узнают, что есть такая помадка эстрады, как у Лисы, только у нее она стоит 700 рублей, а у меня 250. Лайфхак. Так, теперь рисуем прямую бровь. Я вижу Добби. Кого? Добби. Носок. Что? Или меня вообще вынесло, что я вижу? Я не знаю, по-моему, это был Добби. У меня нет носков Добби. Я сейчас умру, у меня очень смешно на ровном месте. Даже еще не привыкла. Работаем, девочки. Красный макияж. А почему Маша написала в комментариях под вашей фотографией? Это, наверное, вайб. Это мой вайб на нее передался. Нет, она уже переделала, она уже написала, что мы уже не. Сейчас мы сделаем тебе вот такой вот блеск. Рабочий блеск. Чтоб ты сияла. Оу, oh, е. Yeah. Блин, выглядит круто. Так, да, в принципе, ты готов? Все. Снимаем? Да, ты такая, знаешь, бич прям. И я. Каваи. Короче, у нас был творческий вынужденный перерыв, потому что мы решили, что мне просто очень сильно необходим маникюр из волос Карины. Вот, приятного аппетита, ребят. Вот, Даша сделала мне маникюр, но сейчас мы будем продолжать делать перевоплощение. Просто без этого перевоплощение было бы неполным, потому что, ну, обычно я с таким-таким маникюром хожу. Теперь Даша надевает мой парик. Нет, подождите. Сначала Даша надевает мою футболку. И мое украшение. И вообще всю твою одежду. Она потная. Короче, есть несколько вариантов. Есть вот такой вот комплект. Это велосипедки и топ. Который я предлагаю тебе надеть вот с этим. Ты сама выпала, да? Так, вот, типа... Ну, ты поняла. Подожди, дай я покажу, под какой ноготь это подходит. Под вот этот. Вот, под Коро-сенсей ноготь. Очень странно все в этом видео, ребята. Рыжий явно не мой цвет, и коро явно не мое. Даша сказала, что самая главная вещь, которую должна надеть, это вот это. Кошечка пришла. А, тебе даже же кошечка нужна, потому что я сейчас с кисой. Так. Ты как будто космическая Алиса. Ой, у меня волос отпал с ногтя. Ребята, у меня прическа сломалась. Ребята, у меня прическа сломалась. Что делать? Блин, у него прическа сломалась. У Тоби прическа сломалась. Фак. Даша. Да ничего страшного. Даша, ты меня смущаешь. Ты мне нравишься. Когда я стала тобой. Да. Все очень странно. Пишите в комментариях, как вы считаете, Лисе идет. Круто. Но мне нравится, на самом деле. Без шуток. Кошка, ты думаешь, это Дашка? А это не она, это я. Ребята, мы сделали перевоплощение. Ой, я не поняла. Не поняла. Мне не сразу дошло, где что. Где кто. Как вам перевоплощение? Мы еще одного роста вообще, близнецы. И вообще не было понятно, кто есть кто.
Что ж, ребят, вот такое переволчение у нас получилось. Обязательно напишите, как вам кажется, кто стал более похожим друг на друга. Мне кажется, я не совсем похожа стала на Дашу, но я стала похожа абсолютно на другого человека. На бич. Hi, I'm a bitch. I'm a boss. Надо TikTok снять. А ты такая, типа, я на самом деле очень милая, надела рожки, чтобы никто не думал, что я супер милая. Но на самом деле такая, да. На ее канале она вам объяснит, как вот до этого вот дошло. Просто вот как до этого дошло. Что ж, ребята, всех люблю, всех целую. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на Дашу и на наши инстаграмы. Потому что там будет вот эта фотка. Обязательно подписывайтесь, тык. А, ты смотри, пошла во вкус, девчонка такая, а, тык. Тык, да. Тык она тут делает, тык. А это моя вайфу, ребят. Если вы вдруг забыли, как выглядит моя вайфу. Я Лиса.